had them all night. Когда-то в Генштабе мы отмечали победу в холодной войне. И я спросил одного генерала: «Сэр, почему вы не пьете?» Он ответил: «Мы можем сколько угодно праздновать и веселиться, но есть одно но. Мы ведь не победили русских, мы их обманули. И когда они наконец это поймут, мы пожалеем об этом».